Горно-Алтайск. Вот сейчас идем за своим автомобилем. Брат с мужем ждут наш багаж. Мы пока пойдем с арендованной машиной разберемся, потому что она нас ждет вот здесь в аэропорту. Вот здесь достаточно душно, жарко. Такое небо немножко пасмурное, но в любом случае классно. Маршрут нашего путешествия я выстраивала самостоятельно с помощью своей подруги Оксаны. Оксана, тебе большой привет. Вот у нас будет достаточно такой интересный маршрут. Ну, собственно говоря, я вам буду все показывать.